Доброе утро! У меня завтрак. Гречка с молоком. Гришка попросил гренок, так что нажарила ему гренок. Именно с хлебом, а не с батоном. Что-то у нас батона нет, так что вот Гриша сейчас себе сам чай. Так, продолжаем работать. Смотрим Бестяйкина. Мама тоже. Мы даже сегодня два рядка вырвали, да? Ну, рвали, в смысле, там на огороде щипали. Да, а теперь вот нарезали серпом. Да. Челябинцы переезжают на юг, рекламируют. Папа сейчас что-то будут мыть. Антошик, проснись. Бери миску и эту петрушку. Пошли, Антошик. Давай, ты бери миску, я беру петрушку. Это что, семена петрушки, что собрали вот с того рядочка, который я когда-то показывала? Второй сорт. Да? Первый мы вчера сделали. Ага, ведра с водой, Да, миска. дедушка. А, все, что замочится, да? Что упадет на дно первый сорт. То хорошее, тяжелое, да? Да. А Так что? оно должно потом постоять же, да? Или оно сразу будет заметно? Я тоже буду мешать. Гриша вчера мне не дал вылить. Так. Вот это вот. Верхушку собираем сюда. Это будет второй. Давай. Это будет второй сорт. Я не пойму, про какие сорта Антоша говорит. Еще потом завтра третий сорт. Еще эту воду выливай, чтобы повыше. Вон ту, выливай. Черное ведро. Там не все, конечно. Все, сейчас все соберем сюда, первый сорт туда. Да, первый сорт сюда. А верхушку соберем. А у меня есть ситечко, вам не надо? Да нет, мы руками сделаем. Надо вообще все, да? Чтобы она высохла. Мы вчера она высыхала. Это бери туда, на пол тряпки расстилай. Справа. А что вода она вытекает? Вот тут на половину ты рассылай второй сорт. Вот так и ведро потом. Вычищай. Вот это, вот это. На вот эту половину. А я... Это что это? Это ж... Это тяжелое. По второй сорт. Сейчас оно, вода просто питается, сейчас намочится, а то оно пока это, чтобы она уходила. А теперь что, они высохнут и сохранять их, да? Они сами могут. Вода вытекает. Получается, Антош, тебе? Да. И свою половину тонет на свою. Вот так, разделение. Я иду обедать. У меня сегодня борщ на обед. Решила, что ничего сегодня не буду готовить. Мы доедим борщ, доедим гречку. Ну, может быть, еще гречки, мяско потушу. А так особо не буду разготавливаться.
И с этой какой? У тебя же зубы есть. Как называют? С чем Башка привезла? С ежевикой. С ежевикой. А ежевику вы где взяли? Тетя Люда притащила. А-а-а, класс. Ты будешь, Антош? Но они сладкие, не хочешь? Я такие не люблю. Ну тогда ставь, мама будет. Мама, давай, компоти. Отчество, имя. Ну, там, смотри. Расскажи. Нет, ты расскажи сначала, что к тебе, кто приходил в гости. Как же ее зовут? Татьяна? Татьяна Владимировна. Правильно. Это что, у тебя ответы на вопросы, да? Да. Очень интересный тест, да, был? 24 балла я заработал. Угу. Сейчас она поехала к другим. Угу. Она с кем приехала? Со своей дочкой. Так, все, нам вот это все переписать в тетрадку, да? Да. И вот. А эту до Гриши положи, это чистое. Ну, тебе понравилась учительница? Да. Не трудно было? Интересно? Нет, не трудно. И не так интересно. Да. Ну, это веселая школа. Да? Да. Веселая школа начинается. Когда она начинается? Завтра. Попросили, когда мы идем в школу, 1 сентября. Да, ну в этом году, ну 1 сентября будет линейка, это же 1 сентября суббота, будет только линейка, а уже 3 сентября в понедельник идти на занятия. Да, а только 1 сентября будет линейка. Угу. Готовим ужин с Антохой, Антошка мне помогает, да? А что они медитируют? Кто медитирует? Они. Кто? Даша и Гриша. Да, а ты не и любишь медитировать, да? Разрушаем. Не надо. Она холодная. Да, морковка с холодильника. И здесь у нас бедрышки без кости, которые я вчера покупала в магните. Вот я их порезала. Сейчас такой гуляшек приготовим. Я это все перемешу. Да, Антоха все это перемешивает. Компотик заодно варим. Да, водичка сейчас чуть-чуть испарится. Помешай еще, хорошо? Не переворачивать. Переворачивать потихоньку. Вытушивается у меня мяско, значит, морковка, лук, еще что я еще сюда добавила, еще добавила воды и вот такую вот приправу для гуляша. Маги на второй иногда беру, знаете, для разнообразия. В общем, просто ее всыпала и воды, здесь написано 350 мл, я никогда столько не добавляю, добавляю всегда больше. Единственное, чуть меньше солю и не сыплю тогда вообще специи, потому что... Там уже что-то есть, и не хочу, чтобы было пересолено. В общем, в конце уже тогда только пробую, потому что сама эти приправы бывают пересолены. Бывают как бы нормально. Вот сейчас все это потушится, и будем кушать. Антоха пробует, что там у нас получается. Ну как? Говорит, мама, это же на суп похоже, а не на мясо с подливой. Можно есть, да? Да, попробуй. Я? Да. Да я уже попробовала. Не пробовала. Пробовала? Нет. Ну как бы я тебе разрешила пробовать, если бы сама не попробовала? А вдруг оно там невкусное, или соленючее, или поперченное сильно? Невкусное. Где мой сын? Афонька расплакался. Но потом он быстро успокоился. Вера даже еще не успела в садика прийти. Ну а я ж тебе ж позвонила, говорю, типа, папа, это, не входи, папа, в кадр. Ты в кадр входишь. Это позвонила, ты заберешь Афоню, а тут Вера звонит, а вернее Афоня с Верой нам, типа, хочу к тете Вере. А я же говорю, за тобой папа приедет. Что это, иди к маме. Антоха, гаснули мои вещи. А что с ними случилось? Я погаску. Что? Я гаску упал. А, в грязь купал? Где ты грязь нашел? А, ничего страшного. Я там и камень пошел, я попнул и сапал. Ага, ну у тебя там были вещи, да? Да. Ты не ударился хоть? Нет, там была железяка. Железяка? Да. А вот тут ударился. А чуть ударился, папа, не входи в кадр. Thank you.
Я упаковала все прянички. И сейчас иду отдыхать. Все, завтра сложу в коробочку. И все отлично. Я счастлива. Все, завтра не вяжем, но у меня столько планов. Сейчас, кстати, их нужно записать. Вот прямо для меня лично все, что написано, нужно сделать. Ну, хотя бы большую часть. А вот если я что-то так в голове планирую, то как бы можно и ничего не делать. Все, всем спокойной ночи. Покажи, покажи. В общем, сейчас он похож, сейчас будем смотреть на его руки. Всем пока! Ты что, уже спать, сына? Хочешь с мамой спать? А мама что говорит? А папа что говорит? Афоня. Мама.